Ну что ж, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. И следующий наш конкурс под названием «Домашнее задание». Так, первыми свое домашнее задание будут показывать команда КВН «Шок-контент». Село Елена. Сценка на приеме у мэра. Алексей Васильевич, вы уже на работе? 8 утра? Вы что здесь делаете? Вот интересно, работаю. Что я еще должен делать? Подожди, пожалуйста, я сейчас вопросы решу с этой очаровательной девушкой. Я бы даже сказал девочкой. Я бы даже сказал с эмбриончиком. Это была легкая лесть. И быстренько вернемся к нашим сельским вопросам. Что вы там, милочка, говорили, там для школы вам надо магнитики, ластики, вот это третья школа? Ну и школы. А, школы? Да. Ну хорошо, сейчас начнем школу строить. Прям с третьего этажа. Сейчас я в ТЭЦ-МЭЦ-КАПЕЦ позвоню. И с третьего этажа начнем сразу строить, потому что... Как? Два этажа-то нет, а как-то подниматься надо. Угу. Узбеки разберутся, короче. Хорошо. Давайте не переживайте, я вас лучше, наверное, поцелую. Не надо. Все, давайте, не задерживайтесь. Спасибо. Школа будет. До свидания. Занимайтесь. Алексей Васильевич, я извиняюсь, что происходит? Вы увидели Бога, и он на вас наорал? Да нет, иди, твою мать, Татьяна, я просто пытаюсь быть добрым, понимаешь? У вас как-то плохо получается, вы их обзываете. Ну я же за спиной. Так это не считается, если вы обзываете. Приходят и просят. Это тот дед-пенсионер пришел. Короче, я решил стать идеально добрым, а у меня не получается. Может, следующего посетителя позовем, проверим доброту вашу. Да, пусть заходит. Заходите, пожалуйста. Здрасте. Господин мэр. Салям, Нурби. Мне нужна субсидия на бензин. А то трактору пить надо. Корове жрать надо. Если сено не уберу, скотина сдохнет. Нам с женой ни пить, ни есть нечего будет. Что скажете, господин мэр? Да, Татьяна, у нас есть бензин. Нет. Вы новости хотя бы смотрите. Бензина нет. Имущество все арестовали. Все позабирали. Даже то, что Кошкина было. Кошкина? Да, у меня родственников нет, я все на кошку переписал. На это миленькое животное, представляете? А эти сволочи пришли, у кошки забрали. 4 миллиарда и 4 яхты. Вот теперь кручусь, как сам знаешь, понимаешь. Коррупционер, я так и знал. Иди сено коси. Алексей Васильевич, к вам тут еще из культуры девушка просится. Уже как 3 года просится. Может, примете? Да, приму. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Ну я вот по такому вопросу. У нас в клубе змеи обалдели, лезут и лезут во все щели. Ну вы же знаете сами, какие у нас щели. Да, у вас там на Сильнюкове щелей хватает. А вот на прошлой неделе был концерт, солистка пела, а змея как укусила. И все, за место песни танцевали танец. Татьяна, закажите им из Индии музыкальный инструмент пунджи. Кого? Ну это дудочка, пускай Сильнюковский клуб под дудку танцует вместе с гадюками. Спасибо, пойду змей тренировать. Хорошо, занимайтесь. Алексей Васильевич, к вам тут еще женщина какая-то без записи рвется. Ну женщина пусть заходит. Ты что творишь, сынок? Мам, прекращай, я мэр все-таки, не последний человек. Не мамкой. Ты когда отцу штрафы перестанешь присылать? Он же траву над двором для твоих бычков выращивает. Ой, Господи. Мам, слушай, у меня за границей все счета арестовали, все забрали. Даже что на ротвейлера было. Я думал, у ротвейлера злого ничего не заберут. А они что, колбасочкой поманили, этот пасть разинул, все, сеть ювелиров выпала. Мне на ком-то деньги надо зарабатывать, деды, бабки, пенсии, приходы, ну ты понимаешь. Ну а зачем бабульке, пенсионерке, соседке? Гравиру кучу на подбор высыпал. Она же 3 дня выйти не могла, соседи раскопали только.
Да она приходит, ноги поломаешь, привези гравера. Я привез, ни хаты, ни гравера. Ну ты что? Норку попутал. Корек. Ну все, с завтрашнего дня буду добрым, не переживай. Даже с этой минуты начну, буду добрым. Татьяна, распорядитесь, тому мужику построить заправку. В клубе всех змей переловить и истребить. Школу построить новую. Подпись мэра Алексея Васильевича Базилеева. Сынок, так и думала, что тебя в роддоме подменили. Алексей Васильевич Базилеев, голосуйте. Украл для себя, украдет и для народа.